Друзья мои, добро пожаловать на канал Funny Family Games TV. Сегодня я вместе с Роблоксом готов отправиться на охоту. На охоту за зомбарями. Да, мы сегодня с вами будем охотиться на зомбаков, на разных абсолютно зомбаков. У меня в руках, как вы видите, есть меч. Только он куда-то подевался. Я его что, выкинул? Меч! Эй, ты куда делся, меч? У меня снова меч появился в руках, и я готов сражаться. Сражаться вот против вот этих зеленых зомби. Мы сегодня будем у них брать их мозги. Добывать вот эти мозги зомбаковские и обменивать их на монетки. После этого мы сможем прокачать нашего героя, купить ему новый меч, купить ему новый рюкзак и открыть новую карту, локацию, чтобы дальше путешествовать по стране зомбании. Давайте ее так назовем. Зомбания, где будут абсолютно какие-то новые зомби. Они, наверное, будут более прокачаны, более тяжелые, и они на нас будут нападать, чтобы пытаться нас съесть. Ну, пока мы вот с вами вот этих зомбарей сейчас вот так вот. Ладно, мы добыли 10 мозгов. Нам дадут монетки. Вот монетки. Ать! И у нас 668 долларов. Мы можем себе купить новый меч. А, кстати, мы можем себе здесь купить питомца. Я хочу себе нового питомца. Давайте купим кого-нибудь. Погнали. А начнем, пожалуй, с самого простого питомца. Давайте вот купим вот это яичко и посмотрим, что там будет внутри. Открываем. Мне самое нравится, когда они шатаются. Вау. Мне попался вот такой вот Китти. Китти, а ну-ка выходи ко мне. Китти, пойдем погуляем. Вот мой Китти, вот мой квадратный котенок. Он такой летающий какой-то. Ну, забавно. И заметьте, я стал быстро бегать. И я могу теперь, наверное, более быстро справляться с зомбаками. Где мой меч? Что ж он все время пропадает? Я не могу понять. Ты куда делся? Наверное, мне пора купить новый меч. А вот давайте вот такой вот купим. А ну-ка, возьмем. Какой-то я золотистый бронзовый купил меч. Давайте попробуем с ним сразиться. Хрясь! Хрясь, зомбак. Два раза мне приходится по таким зомбарям ударить, и все, я с ними справился. Добываем у них мозги, а пойдемте попробуем справиться с зомби-нубами. Вот они, зомби-нубы, красный и желтый, ну-ка с красным. О, я могу с ним справляться. Три раза мне приходится его ударять. Так, пойдем мозги их обменяем в магазине. Хрясь, нам дали монетки. И пойдем еще немножко зомбаков помучаем. Так, добываем у них мозги. Отлично, все, у нас полный рюкзак. Нам с вами нужно прокачать новый рюкзак, купить более прокачанный рюкзак. Друзья мои, есть хорошая новость. Я только что пополнил 10 тысяч монет. Да, мне пришлось потратиться рублаксами, но зато у меня теперь есть множество денег, и я могу, наверное, быть более прокачанным и, соответственно, купить новые возможности для своего героя. А я могу ему купить новый рюкзак, новый меч, нового питомца. Сейчас мы с вами все это сделаем. С вами... Так, погнали в магазин, погнали, обменяем монетки. И идем покупать новый рюкзак. Давайте купим какой-нибудь клевый рюкзак. Ну, давайте мы купим рюкзак за 4500. А почему бы и нет, покупаем. 40 мозгов, круто. Ну, это реально круто. А как же мне открыть новую карту? Я хочу на новую карту перейти. Давайте немножко еще поохотимся за зомбарями, ладно. Хрясь, ну-ка получай. Мне нужен, кстати, новый меч. Мне кажется, меч у меня все равно слабый какой-то. Давай, зомбарей мочим, красных, желтых, всяких. Что за дела такие? На! Так, вот мы сколько с вами мозгов уже добыли. Почти уже полный у меня рюкзак. Они на меня реально нападают. Так, все, полный у меня рюкзак. Пойдемте с вами мозги обменяем на денежки. Оп! Так, мы получили какую-то награду. А ну-ка, что мы там сделали? С вами сделали. 150 монет заработали. Ну, ладно, круто. А как же нам заработать все-таки с вами новую локацию? Я не знаю пока, что мне нужно для этого сделать, но я, наверное, думаю, что мы с вами сейчас купим нового питомца. Давайте попробуем. Какое-то крутое яйцо беру. Я не знаю, кто здесь попадется. Вау, Golden Bunny, так это же кролик, золотой кролик, что ли, получается? Ну, да, это, ну, или кролик, либо это... Нет, это, по-моему, кролик, точно. Что он мне дает, я не знаю, но это забавно, это прикольно. Я хожу и охочусь на зомбаков с питомцами. Странно. Получай, зомбарь. Вот этого красного давай. О, я стал два раза всего лишь этих красных бить, и все, и они уничтожаются.
Значит, мне питомцы дают какую-то силу и энергию. Пойдем снова обменяем. Опа, получили денежки. Так, мы что-то с вами снова заработали. И мы можем еще одного питомца купить. Давайте вот возьмем за вот эти вот бриллиантики. У меня есть 250 кристаллов, даже 280. Пойдем купим еще одного питомца. Золотое яйцо. Смотрим, что там у нас. Свинюшка в золотом яйце? Интересно. Но даже не знаю, как-то странно это так смотрится. Ладно, давайте свинюшку тоже выпустим погулять. Вот у меня три питомца. Котенок, кролик и свинюшка. С таким вот забавненьким хвостиком. Ну, прикольненько. Давайте теперь купим новый меч мне. Мне нужен более прокачанный крутой меч. Ну, скажем, какой-нибудь... Какой выбрать, друзья? Я даже не знаю. Самый крутой это вот этот. Самый крутой за 3500. Все, дороже нет. Ну, я тогда его покупаю. У меня достаточно денег, чтобы его купить. Я его беру. Вот он, золотой меч. Подхожу к этому зомбарю. И только хрясь по нему. И он исчез. Хрясь. И тоже. Посмотрите, он какой. Это просто волшебный меч какой-то. Вот тут стоят два зомби. На! Получи все. Разобрался быстро. Вот так вот. Вот так мы с ними справляемся. Всего лишь одним махом и одним ударом. Все. Сейчас у меня будет полное количество мозгов. Я их обменяю на монетки. Отличненько! И нам дали каких-то два кубика. Точнее, куба. Друзья, я, кажется, разобрался, как открыть новую карту. Оказывается, ее нужно просто покупать. Вот, давайте нажмем сейчас на вот такую кнопочку. И нам нужно заплатить 1000 монет. Посмотрите, мы открыли эту карту новую. И здесь у нас новая локация. Соответственно, новые зомбари. Вот какие-то они ходят. Зеленые. А это зомби-невидимка, что ли? Реально какой-то как призрак. Странно, два раза я по нему ударил, и я завоевал новых зомби. Прикольненько, прикольненько. Ну что, давайте на ними тут поохотимся. Вот хрясь, хрясь, хрясь. Завоевываем новых зомби. Чтобы открыть новую локацию, мы сейчас с вами попробуем это сделать. И тут, кстати, есть какое-то новое яйцо. Сколько оно стоит? 750 монет. Крутяк. Ну все, друзья, я пошел охотиться, и скоро мы с вами откроем ту локацию. Ну что, держись, зомби. Так, а я вот хочу призрака. Где призрак? Иди сюда. Итак, я завоевал уже 1503 монеты. Я убил достаточно много зомби разных. И я готов разблокировать вот эту новую локацию, чтобы отправиться в путешествие дальше. Давайте же посмотрим, что там дальше будет. Ах, вот оно что! Не все так просто. Нам понадобятся денежки еще, чтобы открыть эту локацию. Да уж, нам нужно 3 реберита, это так называемых 3 камня, а мне как раз одного не хватает. Мне нужно еще чуть-чуть завоевать зомби. Ну что, ладно, я тогда погнал дальше. Но сейчас мы все откроем, друзья, не переживайте. Сейчас мы посмотрим, что же там за зомбари такие будут. Друзья мои, я поднакопил маленько денежек, я готов открывать новую локацию. Смотрим с вами, чего там будет. И что, это какая-то ледяная пещера, что ли? Забавно. А как же тут ледяной зомби? О, ничего себе. И вот зомби какой-то синий. Так, а ну-ка давайте-ка попробуем открыть на них охоту. Мне для этого нужно взять меч. Но мне сначала нужно вернуться домой, чтобы взять его. Да, когда ты покупаешь новую карту, все пропадает. Исчезает рюкзак, исчезает твой меч. И тебе все приходится заново добывать. Ну, как-то странно здесь так сделали. У меня теперь будет простой меч. Да, уж долго мне придется это все прокачивать, конечно. Ну что, друзья, ну вот такая вот какая-то странная игруля. Я, конечно, не смогу теперь, наверное, тех зомбаков завоевать. Наверное, это уже будет в следующей части. Потому что они там супер прокачаны. И мне нужно снова копить на новый меч. Ну, посмотрите здесь, какие зомби. Синие. А там вообще какой-то зомби-мутант. Где он там ходит? Вон он тут один, что ли, всего лишь? Какой-то снежный человек, а не зомби, да? Ну и потом там какая-то следующая локация. Потом еще и следующая локация. Ух ты, там скелеты будут ходить. Не зомби, а скелеты. Прикольно. Ну что, вот такая, друзья, сегодня была охота на зомби. Пишите в комментариях, снять ли вам вторую часть. Если, конечно, вам YouTube даст написать комментарии. Я даже не знаю. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и переходите на наш инстаграм. Всем удачи, всем покедова.